Иордания – это страна, которая способна подарить массу впечатлений, отличный курортный отдых и множество интересных экскурсий по историческим местам. Сегодня мы находимся в одном из удивительных источников с минеральными горячими водами Майн Хамамат, который находится в 25 километрах от города Мадаба, недалеко от Мертвого моря. Известный во всем мире своими лечебными свойствами, курорт Иордании Майн ценен тем, что в нем расположены многочисленные горячие и холодные подземные природные источники, заряженные целебными минералами, и он признан национальным достоянием страны уже на протяжении нескольких веков. Лечебный источник Майн Хамамат находится на 264 метра ниже, чем уровень моря, поэтому температура в Майне постоянно на 10 градусов выше, чем в столице Иордании Аммане. Это позволяет гостям курорта насладиться спокойным и умеренным микроклиматом, искупаться в теплой воде и постоять под водопадом. Чтобы туда попасть, туристам следует спуститься на самое дно Большого каньона по дороге Серпантино. Если смотреть на Майн сверху с высоты каньона, то можно увидеть необыкновенный вид Мертвого моря и то, как Майн Хамамат спадает горячие воды источников. После того, как источники простояли несколько столетий забытыми, власти страны их снова открыли для посещения туристов, местных жителей, которые нуждаются в исцелении. Безусловно, это уникальное место прекрасно влияет на общее состояние здоровья, поэтому в него постоянно возвращаются снова и снова, чтобы подлечить хронические заболевания и просто отдохнуть. Парвана Рагимова, Асегаджизаде, Арзум Нурсаде, Азертач.